приветствую. В этом видео я расскажу, как отключить интегрированную или как ее еще называют встроенную видеокарту на компьютере. У многих возникают проблемы, когда они отключают встройку в диспетчере устройств. Часто это приводит к просто черному экрану и далее ничего не происходит. В таком случае лучше и правильнее будет отключить встройку в биосе. Сейчас покажу, как это делается. Первым делом заходим в BIOS и далее в расширенный режим. Здесь переходим в раздел «Дополнительное» и выбираем вкладку «Конфигурация системного агента» SA. Тут переходим в параметры графики. Именно здесь можно отключить встройку. Напротив инициализация EGI и APU ставим «Disabled». А вот здесь можно оставить авто, но бывает случаи, что нужно указывать, какую видеокарту использовать по умолчанию. PCIe – это дискретная видеокарта. В общем, когда вы все выставите, остается нажать клавишу F10 и подтвердить принятие изменений. Вопросы в комментариях. Жду.